Так, добрый день, мои подписчики канала Дача Сад. Сегодня хотел показать вам посадку яблони. Вот в этом году мы посадили 3 куста яблони. Вот. Сажать вот надо ее, вот здесь вот видно. Место, где она была. Место прививки, вот она, примерно 5-10 сантиметров от земли находится. Яма рылась диаметром 60 сантиметров, глубиной 40. Туда мы закладывали в яму, сначала ложили кирпичи и всякие, затем немножко сыпали песок, также насыпали гравия. И корневую подкормку сразу туда подсыпали. Для чего нужен камень и такое устройство? Это нужно для роста корней, для быстрого роста корней, чтобы корни хорошо расходились там, и куст образовался лучше, корень, стебель. Вот на данный момент она стала вот уже такой. Вот у нее пошли листья, что-то надо будет обработать. Вот таким способом сажаются яблони. На этом заканчиваю. До скорой встречи.